Привет, Марина. Привет. Здравствуйте, и вы, наши дорогие любители игрулек. Сегодня у нас игра, которая называется «Мистер Шифти». Я чуть-чуть буквально в нее поиграл, и она на первый взгляд напоминает Hotline Miami, хотя играется несколько проще. Я начну новую игру, потому что поиграл совсем чуть-чуть, поэтому не имеет смысла особенно продолжать. Прорыв. Стадия первая. 3, 2, 1. Moving. Тут нас учат просто базовой механике. Мы можем, собственно, шифтиться. Поэтому нас и зовут мистер Шифти. Насколько я могу судить, основное, что мы здесь можем делать, это как бы блинковаться и бить. Но что еще надо, собственно? Для счастья. Да, да, именно так. Так, разберись с этим охранником, говорю. Разобрался. А вот тут уже нужно осторожно. Готово. Фу. Каждый раз боюсь, что вдруг, знаешь, там наверху кто-то окажется. Так, нужно уничтожить всех тех, кто представляет собой угрозу. Минус 3. И еще один. Воу-воу-воу, он чуть меня не застрелил, ты представляешь? Это было бы неприятно. Вообще крайне было бы неприятно. Мы здесь, знаешь, как какой-то такой супергерой, но непонятный и неизвестный. Но от этого не становится. Просто, малоизвестный и нераскрученный супергерой. Да, да, так и есть. Вот так вот отмордовал. О, смотри, тут можно крутую фишку сделать. Ты видел, как я его дверью уделал, да? Шикарно. Вообще. Фу. Я аж что-то напрягся, знаешь, так, потому что столько накал страстей вообще. Меня ни разу не убили, кстати говоря. Все еще. Так, ну тут меня учат выбивать дверь, хотя я на самом деле это уже умею, потому что я крутой прокачанный чувак. Так. Не ждал. Так, тихо. Они, кстати, называют меня по имени, Шифти. Воу-воу-воу. Ну, они тебя знают, это уже приятно. Ха-ха-ха, неудачники. Я, может, и не очень известный, но среди них известен. Широко известен в узких, кругах. Очень узких. И очень широко. Так. Ну, почему-то мне хочется все уничтожить. Игра, кстати, сейчас находится в бете, поэтому еще, возможно, претерпит некие значительные изменения. Вот. На Steam будет доступно в... Ну, написано начало 2017 года, так что должна выйти довольно-таки скоро. Вот-вот. Так, сейчас мы шифтуемся и швабра его. Вот так швабру сломал, черт побери. Мне показывают новую механику. Дело в том, что когда я как бы наделаю много шороху... Ретрай. Как только я наделаю много шороху, у меня как бы скапливается условный адреналин, вот этот вот. И я могу его использовать для того, чтобы как бы резкие маневры уклонения мутить. Резкие просто, понимаешь, маневры, наверное. Я еще успею продемонстрировать их, я уверен. Фу. Мне очень нравится, как нарисовано. Да, приятненько, да, нарисовано это... приятненько, реально. Причем видно, что графика такая, на самом деле, довольно простенькая. Но при этом нарисовано приятненько, действительно. Так, берем голову статуи. Берем голову статуи, и с ее помощью мы сейчас все этого чувака вырубили. Отлично, я мог этого не делать, я просто захотел.
Вот так вот просто like a boss. Никто не успел понять вообще даже, что происходило. Просто так, ты как молния, гениальный хакинг в процессе, но она зафейлилась. Такая, упс. Шифти, они идут. Так, прячемся, прячемся. А теперь уничтожаем. Есть, так, спокойно, спокойно. Тихо. Уклонился. Вот так вот его. Главное, все становится таким ярким в эти моменты. Руку взял. А, черт. Расслабился. А зря. Самое интересное, что у меня, понимаешь, как бы не бесконечные вот эти вот прыжки в пространстве. Они у меня восстанавливаются постепенно. Господи ты, боже мой. Фу. Yeah. И рука валяется. Пожалуй, даже подберу. И музычка играет в лифте такая. Я показал лучшее время только что, между прочим. Ну, лучшее из своих результатов, естественно. Двух. Так. Ну, Шифти, ситуация такая. Это башня Олимпус. Самое тяжело защищенное здание в мире. Самое круто защищенное. Здание принадлежит конгрессмену Стоуну. Он просто злющий говнюк. Ну, короче, он местный мафиоза. Нам нужно... Это мега-плутониум. Chairman S-Hole. Он спер его. И пытается использовать как оружие. Нам, соответственно, нужно спереть мегаплутониум. Че, Марин, сопрем мегаплутониум? Я вообще думаю, легко сделаем это. Просто вот, как нефиг делать. Глава вторая, доступ. Черт, нас отправили не на тот этаж. Ну вот. Мегаплутониум на уровень выше, нам нужно пройти. Она мне почему-то напоминает эту деваху из «Охотников на привидений» мультсериал. Там у них, которая была секретарша. Я не помню, как ее звали, кстати. Я тоже не помню. Какая-нибудь там Джанин. Фиг ее знает. О, господи ты, боже мой. Тут-то как матерь божья. Ну, давай попробуем. Матерь божья! Это вообще как это было? Стрёмно. Так, я, кажись, хакнул. Я отключил их? Я отключил их? Ну, вроде бы. Знаешь, я не хочу рисковать. Сыкотно как-то. Так. Ну, вообще как-то это... Зажарит, о-о-о, мало не покажется. А вот это, думаешь, не сыкотно? О-о-о, ничего себе. Говорит, кажется, все тебя ждут. Но я же могу как бы поступить хитрее. Это знаешь, это как в первом Resident Evil. Кстати, да, точно. Где их всех лазерами порезал. Реально, там так и было. Фарш просто. Я подожду немного. Вот эти ребята сразу на меня сагрятся, но для начала я уничтожу дверью вот этого вот, который скоро подойдет. Либо я могу скакнуть и уничтожить тех ребят. Но мне нравится идея с дверью. Ничего примерно себе, так. Резкий вообще. Так. У меня посох. С посохами я становлюсь еще сильнее.
Ну, у этого-то парня шансов нет. Так. Интересно, посох. Нифига себе! Что это было вообще? Ну, мощные качки какие-то. Вообще прям реально качки. Так. Ну, они, по крайней мере, не стреляют. Знаешь. Им можно просто навалять. Ой, ё-моё. Они сами двери выбивают. Они сами их создают. А! Я просто видел, как он размахивается, ты понимаешь? И меня сразу как-то стрёмно стало. Ну, вроде бы все в порядке. Но я так это, типы. Я что-то не склонен я им доверять. Это посох висит? Лопата! Весло какое-то. Весло, реально весло. Весло, блин. Так, погоди-ка. А могу я туда зашифтоваться? Нет. Мужик с веслом. Блин, я хочу туда зашифтоваться. Я хочу туда попасть. Но я туда попаду, очевидно. Так, тихо. Короче, смотри. Делаем вот так вот. Да, блин, а почему я не могу? Весло потерял. Весло разбил. Ну тут еще... Получилось не так красиво, да, как ты. Да, получилось не так красиво, очевидно. Как я задумывал, реально. Я задумывал вообще по-крутому. Так, а как туда-то попасть в итоге? Там какая-то еще золотая кружка. А, вот, терминал. Я его что-то сразу не заметил. Я тоже в первый раз его как-то не заметила. Угу, пути назад нет. Угу. Говорит, наверное, это нехорошо. Ой. Кружечка. Что-то там еще мигает на столе. Да-да, это ноутбук. Это что? И вот еще мигает какая-то круглая, да. Это ключ, а блин. Так надо, наверное, взять как-то. А нет? Я почему-то не могу. А, вот, все. Надо было разбить стол, чтобы взять, да, ключ. Примерно так. Так, я нашел ключ доступа. И, собственно, все, иду дальше. Ключ доступа, как ни странно, выглядит как ключ. Действительно, это странно. Ох. It's a trap! Беги! Run! Кажется, что мне не стоит с ними цацкаться. Интересно. Матерь божья! Ах, господи! Надо было скакать. У меня не было скачка. Я их все израсходовал. Я поняла, но... как бы... Так. Вот, все сейчас спокойнее. Сейчас все несколько спокойнее, нифига не спокойнее. Да что-то нифига не спокойнее. Господи, ты ж, блин. Боже мой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это что тут за надо дичь было такая? Просто какой-то момент выбирать, очень четкий. Так, ладно. От этих я и так уйду. От этих главное уйти от первого выстрела. Хотя, ого-го-го-го! Блин. Так, тихо! Ого! Спокойно. Спокойно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Матерь божья! Аху, блин! Настигли. Я только хотел скакнуть, а. Так, все, еще разочек. Чутка замешкался. Так. Вообще нельзя мешкать. Так. Осторожно.
Как бесславно. Знаешь, как-то я думаю, даже что... Даже как-то неинтересно. Я думаю, что вот на этом моменте, знаешь, так еще в слоумо постепенно лазеры двигаются, скоро порежут мое тело и моих, собственно, убийц. Я думаю, мы завершим на этой веселой ноте знакомство с игрой Mr. Shifty. По-моему, игра достаточно прикольная. Я всем, кому, собственно, стало интересно, рекомендую следить за этим проектом. Скоро уже должна выйти игра в Steam, и вы сможете, собственно, в нее поиграть, надеюсь, что с большим удовольствием. Все ссылки находятся в описании к этому видеоролику. Всем спасибо и пока. Пока.